Актовый зал детского сада, наряженная елка, мелькающие огоньки, праздничное настроение. Все похоже на новогодний утренник, только вместо гостей родителей – гости полицейские. Сегодня мы присоединились к всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». Цель данного мероприятия – это информирование несовершеннолетних детей об ответственности, о правильном поведении в общественных местах. Этим детишкам всего по 4 года, но, как оказалось, они уже многое знают о том, кто такой полицейский и какова его роль в обществе. Сейчас у нас начнутся праздники. Мы уже начинаем праздновать Новый год и Рождество. Вы знаете о том, что на улице, когда вы будете зажигать разные бенгальские огни, когда, ну, с родителями, конечно, да, и с вашими старшими братиками, сестренками, дедушками, бабушкой, будут красивые фейерверки. Вы знаете о том, что нужно аккуратно-приаккуратно стоять рядышком с родителями, когда будут зажигать эти фейерверки? Знаете об этом? Да. Молодцы! Стражи порядка поздравили ребят с новогодними праздниками, поделились с ними теплом своих сердец, напомнили ребятишкам о правилах поведения на улице и в общественных местах. Сотрудники детского сада, в свою очередь, также подготовили для гостей театрализованное представление. Бабка ёшка. Да нет! Сестра ёшки. Сестра бабки ёшки. Я немножко. Я к вам пришла на Ариадне в новых ботях, то есть в старых. Новые-то мне жмут мои боти-то. Ну а дальше началась полная импровизация. Сотрудники Одинцовской полиции попросили детей рассказать новогодние стихи. Воспитанники детского сада справились с этой задачей на отлично. Причем свои четверостишья они прочли как настоящие артисты. С чувством, толком, расстановкой. На пушистых ветках снежной коней спустились кисти белой бахломой. И стоит береза в сонной тишине. Горят снежинки в золотом огне. Новогодние гости вручили ребятишкам сладкие подарки и пожелали всего самого доброго в наступающем году. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».